Георгий Черданцев, рядом со мной Константин Генич. И, надеюсь, вам понравится. Да. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Хорошо мяч перехватили в атаке. Реми Кабеля. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля.
В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли. Кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Хорошо мяч перехватили в атаке. Реми Кабеля. Кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Хорошо мяч перехватили в атаке. Реми Кабеля. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли. Посмотрим на состав хозяев. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Хорошо мяч перехватили в атаке. Реми Кабеля. И кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Хорошо мяч перехватили в атаке. Реми Кабеля. Посмотрим на состав хозяев.
Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен.